Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Давно я вам обещала этот узор, вы посмотрите, какая красота, это что-то невероятное, девчонки, просто невероятное, мне безумно нравится этот узор. Вот, это узор последний, с модели из последней, коли заговорилась, коллекции Брунелло Кучинелли, у него там кардиган, топ этим узором, джембер, то есть вы можете варьировать его как угодно, то есть на любую вещь, на любую пряжу, даже если это теплый свитер, будет тоже очень красиво. Изнанка, вот она как выглядит, изнанка. Вот этот образец у меня связан из вот такой вот пряжи, Naka Line Lime Fine. Я не знаю, я не пробовала. Ну, здесь, понятное дело, акрил. Это из серии дешевой пряжи. Ну, тут, кстати, она дорогая, безумно. 70 крон. Ну, очень дорого, девчонки. Вот, 440 метров в 100 граммах. Она с люрексом. Вот такой вот образец. Как летний вариант из акрила очень даже ничего. Вот. Но если вязать что-то натуральное, то, понятное дело, какие-то пайетки добавить. У автора это лен, по-моему, на эти изделия. Я их пробовала, щупала руками во время своего обзора, горе-обзора. Если вы не видели, посмотрите обязательно. Я оставлю ссылку под видео в описании. Не горе-обзор, а горе-поход мой в магазин Брунелло Кучинелли. Но я все-таки пощупала вот этот вот кардиган. И он такой вот тяжеловастенький, да, вот такой вот увесистый, вот обвисающий, вот такой вот, ну, лен, девчонки, что тут говорить. Ну, и мелкая пайетка, как обычно у Кучинелли. То есть выбрать вы можете любую, да, пряжу на ваше усмотрение. Что, в чем особенность? Так, вот этот образец связан спицами 2,5, 4, двумя видами спиц, 2,5 и 4,5 миллиметра. Вот я взяла, чтобы леска у меня не тарахтела, я взяла вот такие коротенькие для образца, чтобы вас ничего не отвлекало. 4,5 миллиметра толстые спицы. И здесь у меня 2,25. Вот такие вот тоненькие. То есть разница между спицами должна быть от 2 до 3 миллиметров. Ну, то есть разница, да? Тут уже вы будете определяться в зависимости от вашей ткани. Значит, вязать мы будем двумя видами спиц. Теперь образец. Девчонки, не рисую схему. Схема простая. Там рисовать нечего, просто там двойные накиды и захваты двойные, вот, и на петлю ниже. Нарисовать будет сложнее, чем посмотреть видео, поэтому смотрим до конца, и вы, я уверена, за один просмотр вы разберетесь. Значит, число петель кратно 2 плюс 1 петля. Значит, я набираю для образца. Вот это у меня Alize Baby Cotton. Cotton Gold. Извините, вспоминаю, просто у меня клубочки, да, уже этикеток как бы нет, я вспоминаю, чтобы вам правильно сказать. Вот, и мне кажется, из-за этой пряжи будет, как бюджетный вариант, очень хороший, как бы, летний топ или кардиган. Значит, Alize Cotton Gold, вот, набираю я четное количество петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 и 1 петля для симметрии. Так, 15 петель я набрала. Это везде так мы вяжем. Вот, всего узор состоит из 6 рядов и 2 петли. Значит, первым делом первый ряд мы провязываем. Сейчас мы работаем с тонкими спицами, лицевыми петлями. Первый ряд. Кромочная, изнаночная. Второй ряд, изнаночные петли.
Третий ряд лицевые петли. И четвертый ряд мы будем делать валик. Вот сейчас хочу сделать лирическое отступление. Вот этот вот валик сейчас я разутюжила, да, но он, понятное дело, нам нужно повторить машинную вязку. Вот здесь вот как бы как можно вот эти четыре ряда вы вяжете как можно туже. Если вы хотите, возьмите еще тоньше спицы, потому что за этот валик он держит в кучке вот эти вот как бы вытянутые петли, да. Потому что если его не делать, полотно получается вот расхлябистое и в ширину растянувшееся. Вот для того, чтобы это все держало форму, мы делаем этот валик и используем тоньше спицы. Я же говорю, как можно туже. Вот как у вас получится, насколько можете брать еще больше разницу, тоже как бы решение, то есть совсем тонюсенькие спицы для этого валика. Значит, что я здесь делаю? Я первую петлю, четвертый ряд, первую петлю снимаю, значит, нить перед работой. Далее первую петлю переснимаю на правую спицу тоже, и нить у меня здесь. Вот. Ну, вот я его вот так вот пальчиком придерживаю. Теперь смотрите, я опускаюсь. Здесь у меня 1, 2, 3 ряда. Вот подхватываю петлю первого ряда. И теперь эти две петли возвращаю на левую спицу. И только потом провязываю изнаночной. Снова переснимаю. 1, 2, 3. Нижнюю подхватываем и провязываем. Это наш четвертый ряд. Этот валик. Узор классный, девчонки. Я, конечно, была обижена на Брунелло Кучинелли. Вот, поэтому что-то мне руки не поднимались, как бы связать этот узор, хотя в голове я его понимала, как его сделать. Вот. Но все-таки я к этому дошла, раз уж мы обращаемся к Брунелло Кучинелли. Спасибо ему огромное. Вот, я вам показываю этот узор. Не знаю, кстати, у меня совсем сейчас нет времени. Есть там, снимал кто-то, не снимал этот узор. Напишите в комментариях. Ну, я вот снимаю свое видение этого узора. Возможно, у кого-то другое видение. Я не спорю, я вижу этот узор вот так вот. Я его максимально приблизила к оригиналу. Кстати, с фотографии я не поняла, что там этот валик как бы сделан. Это я поняла, когда уже посмотрела на эту модель. Так, четвертый ряд я провязала. Вот, он не особо держится, этот валик, но он такой плотненький, что нам очень нужно. Теперь мы берем толстую спицу и продолжаем уже толстой спицей. Первую петлю я снимаю. Здесь мы вяжем свободно. Вот здесь вот, сами говорят, тонкими спицами мы затягиваем, толстыми спицами мы вяжем свободно. И провязываю по 2 петли вместе, но с двойным захватом, вот таким вот образом. То есть у нас получается вот так два раза как бы обернута эта петля. Здесь туго, но так и нужно. Я пробовала там, ну как бы как лучше, поэтому вот смотрите, видите, здесь вот три ряда, это мои попытки. То есть я пробовала самый оптимальный способ. Вот так вот я. Угу. Видите? Не боимся. Вот все петли у меня с двойным захватом провязаны. Оно кажется, что очень долго, потому что вот этот вот валик. Но на самом деле, благодаря вот этим выкинутым петлям, полотно вяжется очень быстро. Так что не бойтесь. Тем более, если вы, допустим, топ свяжете. Так, по 2 вместе я провязала все. И последняя петля, она тоже, не, ну да, по 2 вместе, с двойным захватом. Хоть она и одна, эта петля у нас для симметрии, чтобы, для того, чтобы полотно, вот смотрите, не заканчивалось накидом. Да, вот она здесь петля, и вот она здесь петля, то есть здесь начинается. Вот.
Так, теперь вторая толстая спица, шестой ряд. Первую петлю снимаю, здесь вот так вот вытягиваю, чтобы была свобода здесь. Эту петлю я провязываю, первая петля провязываю и спускаю второй накид. Делаю 2 накида, далее петлю провязываю, вторую спускаю, 2 накида. Провязала, спустила, 2 накида. Провязала, спустила, 2 накида. Провязала, спустила, 2 накида. И так вот весь ряд. Последнюю петлю, вот предпоследнюю, последняя кромочная, мы просто провязываем и спускаем, и провязываем кромочную. Вот сейчас у нас получается вот таким вот образом. Вот, далее. Все, далее у нас валик. Далее у нас первый ряд, и мы начинаем с первого ряда. Все лицевые петли, то есть здесь просто лицевые были, а здесь в центре вязания я вам сейчас покажу, и как делается валик, тоже покажу. Мы все провязываем лицевые. Вот этот двойной накид мы второй спускаем тоже. То есть мы возвращаемся на то количество петель, которое у нас было изначально, потому что здесь у нас с этими двойными накидами число петель как бы добавляется. Так, первый ряд. Вот. Так, далее все, 4 ряда у нас идет тонкими спицами. Второй ряд. Третий ряд. И четвертый ряд. Здесь вот смотрите, то же самое мы повторяем. Снимаем. Здесь раз, два, три. Вот она как бы первая вот это подхватываем. И провязываем, снимаем. Здесь оно особо, оно все видно, то есть считать не нужно, да, раз, два, три. Вот первый узелок. Мы делаем этот валик. И таким образом вяжем. Сокращать в принципе не сложно, потому что раппорт состоит из 2 петель. Поэтому все сокращения просто должны быть кратны 2, да, чтобы все у нас совпадало. В круговую, вот что единственное хочу сказать, вот этот валик удобнее делать на изнаночной стороне. Если вязать в круговую и делать этот валик, то есть по лицевой стороне поднимать, это, конечно, напряжно. Вот, я это понимала еще, ну, не начиная вязать узор, что это надо все время заглядывать туда, поднимать. Вот на в изнаночном ряду это делать намного проще, все на виду, вы видите прекрасно, что вы поднимаете. Вот, и осталось у нас 5-6 ряд. Вот, и в принципе все, видите, он как бы как валик, вроде бы его и нет, он только в первом ряду, но зато он плотненький, вот так вот держит. Далее еще что, вот при разглаживании пытайтесь вот так вот, вот видите, как бы его структурировать, этот валик, вот, и подтянуть вот эти петли. Вот, в принципе, девчонки, еще как бы 2 ряда, 5-6, но вот весь узор, и по итогу он вот, вот так вот красивенно выглядит, девчонки. Так что вяжите, еще лето только началось. Топик легко, джемпер легко, ну, кардиган, не знаю. Вот. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!